Рубль сегодня продолжил укрепление по отношению к доллару и евро. Такая тенденция сохраняется третий день подряд. После открытия московской биржи российская валюта выросла сразу на 2 рубля. За доллар дают меньше 67 рублей, евро около 76. Растет и стоимость российских акций. На ситуацию повлияли позитивные настроения инвесторов на мировых фондовых биржах. Торги на шанхайской закрылись ростом. Индекс прибавил более 5%. Дорожает нефть. Стоимость барреля марки Brent превысила 45 долларов.